Навстречу бабочке, присевшей на цветок, червяк мохнатый полз. Он гусеницей звался, и, несмотря на кучу мелких ног, довольно медленно по стеблю пробирался. Зато у бабочки с боков по два крыла диковинного радужного цвета. Она самой природою была так празднично нарядно разодета. «Мне неприятно на тебя смотреть», — сказала гусенице бабочка-красотка. «Такая у тебя противная походка, что так и хочется скорее улететь». И бабочка порхнула над цветком и в солнечных лучах затрепетала. А гусеница двинулась ползком и вскоре тоже бабочкой устала. Моя мораль сама сошла с пера. Не забывай, каким ты был вчера.